Всем привет! Недавно я рассказал в своем ролике, как переделать высоковольтный генератор от мегометра в более низковольтный, при этом увеличив его амперную мощность. С помощью куска платы от блока питания компьютера я стабилизировал переменное напряжение, и теперь на выходе я имею порядка 12 вольт и 1 ампера постоянного тока. Как заведено традициями YouTube, теперь с помощью этого генератора я попробую зарядить сотовый телефон. Вот наш телефончик. Поставлю его так, чтобы вам было видно. И начинаю вращать генератор. Появилась картинка. Телефон начал заряжаться. Как видите, вращать достаточно легко. И после некоторых усилий наш телефончик полностью зарядится. Давайте повторим. Надеюсь, вам хорошо видно картинку на телефоне. Всем пока!